Эти участники дома с вами ведут себя приличнее, чем вы. Замолчи, дура, замолчи. Владимир Владимирович, ну не оскорбляй ты женщину. Ну если она тупая. Владимир Владимирович. Если мозгов нету. Видишь, что делать? Вот видишь? Вот идиотка, что, убери ее отсюда. Сеня Анатольевич, я не имею права. Сейчас идет время господина Бабурина. Я не имею права, это делает ЦИК. Черная грязь. Отвратительная баба! Блядь, последняя! Владимир Ульф, вот, а материться иначе? Нельзя! А как иначе? Нельзя! А как иначе? Успокойтесь! Кто мне дал право плескать водой? Я не давал! А я беру ваши... Сумасшедшая! Ваши... Сумасшедшая поводы, дура! Как вы, Сергей, сумасшедшие говорите, у вас осталось 45 секунд! Один сумасшедший, и это дура! Вот поэтому вы поводы, находитесь на дебатах президентских! Народ выбирает себе главнокомандующего. Владимир, пожалуйста, ведите соответствие. Дайте сказать господину Бабурину. Уважайте его время. Что ему говорить, что лжет?